Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам столицы и региона. Кроме того, его получат некоторые другие льготные категории граждан. С 1 августа 2018 года правом бесплатного проезда в электричках смогут воспользоваться в общей сложности 2 миллиона 800 тысяч жителей Москвы и области. Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам, друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей. И я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта.